psycho. It serves you right. It serves you right. Да. Давай, спрашивай. По 12-15 часов. Пишем. Да. Первая часть, правильно? Первая часть. Бля, какая. Бля, на такую машину, блядь, okay, mobile phone, left hand, using his right hand to type or text, sunglasses. Still using it in his left hand, tapping with his right.
When you go around the corner, you can just pull over on the left before it merges up. And have your license ready, thanks. Look at this, just freaking rolling up all nonchalant. Yeah, see, you did take two kneeling and gave us back three.
And there's you.
И давай, блядь. Ты куда собрался, друган? Объехать всех. Сейчас он может довыебываться просто так. Не, мы так до дома вон стоим, смотри. Офигеть. Вон домой-то ехал. И гайцы как раз навстречу. Вот, блядь. А, все! Все, 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 пиздец ему. Это называется мгновенная карма. Смешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное.